страшно. Я четко осознавал, куда я еду, какая там ситуация. Без чувства юмора было очень тяжело. То есть мы после, в принципе, каждых столкновений, да, даже при обстрелах, пытались все в шутку перевести и так далее. Чувство юмора. Ну и то, что мы похожи, ну, у нас, ну, не знаю, у нас разные возраста, но история нашей юности и так далее примерно у всех одинаковая. Мама случайно, она думала, что я в Днепропетровске, охраняю Днепропетровский аэропорт. Но во время разговора там начал град обстреливать, она услышала и сразу сказала, что я не дура, это не самолет садится, это обстрел идет. Ну и догадалась, как у меня в аэропорту. Но при нас защиту и руководил наш комбат, он руководил очень хорошо. Наш комбат – это один из самых лучших, талантливых офицеров в 3-м полку. Человек с боевым опытом, человек, который никогда не посылает людей на задания, которые он бы сам не сделал. И все это знают, он никогда не шел сзади нас, он всегда шел впереди. Имеет ранение человек. Ну и в огонь и в воду с ним. Очень много для нас сделал на самом-то деле.